мая этого года исполняется 100 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева. Астафьев представляет собой достаточно редкий пример писателя, которого уже при жизни называли классиком. Его прямодушие, непримиримость к козлу, задиристый, нервный слог, узнаваемый, о чем бы он ни писал. Описал Астафьев на две, можно сказать, самые святые для него темы. Тему деревни и тему войны. О том, какие проблемы поднимал в своем творчестве Астафьев, в чем заключается специфика его поэтики и о многом другом я расскажу в своей лекции «Бесстрашный солдат литературы».